Всем привет! После того, как я выложила фото вот этих томатов, русские колокола, многие заинтересовались ими и попросили рассказать подробнее. Сейчас я принесла вот пачку, в которой они когда-то были куплены, и я расскажу о них. Вот с Пантиком мы расскажем и покажем вам, что это за томаты. Высокоурожайный раннеспелый сорт русские колокола для открытого грунта и пленочных теплиц. Период от всходов до сбора урожая 98-102 дня. Плоды удлиненно-овальные, оранжевого цвета. Малосеменные, плотные, хорошей лёжкости. Масса плода до 90 граммов. Содержание в плодах бета-кератина в 5 раз больше, чем у красноплодных сортов. Идеален для потребления в свежем виде, особенно для детского и диетического питания. Пригоден для приготовления соков и консервирования. Идеален для цельноплодного консервирования. Ну, дальше описана агротехника. Она ничем не отличается от других. Также выращивается рассадным способом. Обрабатывается там завязью. Необходимы обильные, но редкие поливы. И нужны подкормки. Ой, даже не знаю, что делать. Представляете? Пока я снимала, на меня залез кот, и я теперь не знаю, что делать. До свидания. Ой. Вот это обзор краткий. Томата. Русские колокола. С вами была Ольга Чернова. Заходите ко мне в страницу. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Сейчас я буду снимать каждый сорт, который начинает спеть, и давать его характеристики. А вы будете в течение лета выбирать для себя понравившиеся вам сорта. Страницу в Одноклассниках найти очень легко. Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Те томаты, у которых у меня не сохранились пачки, я буду просто снимать и показывать вам. Но вот у этой сохранилась пачка, просто он на упаковке почему-то красного цвета, хотя написано, что он оранжевый. И на самом деле соответствует описанию, он оранжевый. А фото не соответствует описанию. До свидания.